Приднестровье сегодня отмечают День внутренних войск. В специальной моторизованной части МВД прошло торжественное построение награждения военнослужащих. Тему продолжит Мария Китаева. На плацу специальной моторизованной части стоят солдаты, офицеры и прапорщики. Это они вместе с милицией следят за порядком на улицах столицы в будни и праздники. А в прошлом году дежурили на стадионе «Шериф» на матчах Лиги чемпионов. Это они сопровождают медиков, которые ездят по адресам и берут тест на коронавирус. Это они помогали доставлять баллоны с кислородом в ковидные госпитали. Еще одна задача части – охрана исправительных колоний и помощь населению при ЧП. Поздравить с профессиональным праздником приехал министр внутренних дел. Солдаты правопорядка в мирное и военное время не раз доказывали верность присяге и служебному долгу. И сейчас достойно несете службу, защищаете конституционный порядок, обеспечиваете безопасность граждан, сохраняете мир на нашей земле, защищаете честь и достоинство человека. На праздник пригласили ветеранов части. Среди них Валерий Данилов. В свое время он командовал взводом, затем преподавал строевую подготовку. Меня всегда сюда тянет, сколько здесь проработали долгое время. И поэтому всегда я, когда даже в Бендерах уезжаю, с Тирасполя сюда приезжаю, бывает и захожу. Чему здесь учат? Здесь учат? Учат всему. Как родину любить. Никита служит здесь 8-й месяц. Говорит, научился многому. Больше всего доволен, что потянул свою физподготовку и стал выносливее. Выносливость в первую очередь. Это бег на большие дистанции. Раньше не мог бегать далеко? Нет, я умирал уже после 500 метров, как пробегу. А сейчас сколько можешь? 10 км, Василий, спокойно. Думаю, да. А часто тут бегается? Там 5 км можно пробежать там. Разминка. Только разминка каждый день, да? Нет, через день у нас занятия проходят. Официальная часть длилась недолго, минут 20. Построение прошло с вручением грамот и присвоением очередных званий. А после военнослужащие прошли по плацу торжественным маршем. Мария Китаева и Дмитрий Ягодкин, ТСВ.